Память о подвигах защитников нашей Родины не угасает и не угаснет до тех пор, пока мы помним их имена, их поступки, их подвиги. Митинг, посвященный 44-й годовщине ввода советских войск в Афганистан и 29-й годовщине начала контртеррористической операции на Северном Кавказе, прошел на Красной Горке. Члены боевого братства, представители администрации, военкомата, депутатского корпуса, семьи и близкие героев возложили цветы к монументу воинов-интернационалистов. Данный митинг проходит каждый год уже на протяжении 25 лет. Мы специально собираем людей, отмечаем дату, когда наши солдаты вошли в Афганистан. Всех героев вспомнили. И минутой молчания почтили тех, кто отдал свои жизни в военных конфликтах, как прошедших, так и действующих. Отдельное внимание солдатам, которые прямо сейчас принимают участие в специальной военной операции. Одному из воинов по поручению министра обороны прямо на митинге вручили медаль за отвагу. Также боевое братство Красногорска приняло в свои ряды двух ветеранов боевых действий.